Помните, в одной из прошлых частей я вам говорил, что где-то здесь в кустах еще один квест. С вами Джейсон, аккаунт Romani Games, мы продолжаем играть в Ведьмака. Ты что здесь делаешь? Я бы мог у вас спросить то же самое. В таких местах часто селятся трупоеды. Ну да, и они становятся все наглее. Вылезают, даже на живых набрасываются. А мы их перебьем. Очистим шахту своим оружием, своими руками. И покроем себя славой во имя наших отцов. Я ведьмак, мог бы пойти с вами. И забрать у нас славу? Как бы не так. Зачем вам слава, если гули будут голодать ваши кости? Ну, в общем, может, ты и прав. А, ну ладно, тогда иди первым. Как вы резко запели-то, а? Слабая рука его держит. За честь и славу. Гули-гули-гули. А куда ты пошел-то? Ты-ка-то иди первым и во почесал. Смотрите, сколько здесь тварей. Прям много-много. Всех вижу, никого не боюсь. Вовремя. Ой, он еще взрывается, ёп. Пожиратель, мать его. Давно я их не встречал. Ребят, ну вы бы хоть помогли, хоть чуть-чуть. Ну прям... Много не прошу, ну, небольшого участия. А то, знаете, так можно и подохнуть. Я с удовольствием. Большой свирепый аргуль, который сдох с двух ударов. Этот последний. Надо вытащить оттуда труп и сжечь. Другие гули не побрезгуют мертвыми товарищами. Правда? Хорошо, что ты с нами пошел. Видно, тебя охранила Фрейя. Мы тебе до гробовой доски будем благодарны. Благодарностями все разбрасываются, а вот деньгами не то чтобы. А, ну да, верно. Прости, мы все еще не отошли от схватки. Как ты их рубил? Возьми вот. Спасибо. Всего доброго. А вообще шикарно. Тут красивые мечи. Но по мне лучше добрый топор. Я уже думал, сейчас меня будут тут разделывать. Ну что, вот это все, ребят. Пусть твой топор никогда не добавится. Все, что мы смогли с вами изобразить. Всего-то, только и всего. Убили пару гулей и разошлись. Какие-то вы скучные. Эй, а ты куда? Куда? Я тут это... Смотрю, что у вас вкусного, интересного. Сундуки тут спрятаны. Тун-тун-тун-тун-тун. Ну и ловить-то здесь больше нечего, я думаю. Валим. Хотя подождите. Лестница, которая наверняка никуда не ведет. Кайло. Еще одно Кайло. И здесь сундуки. Серебро лишним не бывает. Вот здесь добывал, видно, активно. Что, мне обязательно обходить, что ли? По-другому никак. Кайло, да, точно. Так, и здесь еще один. Укрепленная кожа. Так. Наверх как? Вот тут надо быть аккуратным, потому что можно застрять тут раз и навсегда. Что здесь больше интересного? Нет, ну, вроде больше ничего нет. Все, валим отсюда в поисках нового квеста. Увидимся на месте. Шевелись, плотва!
И до следующего квеста нужно доскакать. Тен-тен. Тен-тен-тен-тен. Оп! Эй, ты! Раскосы. Ну, рассказывай. Простите великодушно, но я оказался в трудной ситуации. Я бродячий фокусник из оккупированной Тимерии и... Из Тимерии? Ты уверен? Не из Новиграда? Почему из Новиграда? Я родом из Марибора и... И ты не годишься для этой работы, у тебя слишком короткая память. Мы ведь уже встречались, только тогда ты был почтенным новиградским купцом, который отчаянно жаждал вернуться домой. Ах, уверяю вас, что... Ну ладно, поймал ты меня. Знаю, что это странно звучит, но клянусь, я отдам тебе все сторицей, только не выдавай меня ярлу. Я могу сам тобой заняться, мошенник. Мне не понадобится ярл, чтобы с тобой рассчитаться. Что, драться будем? Серьезно? Атакует меня, смотришь. Вот так вот. Не платить ведьмаку. Пусть знает каждый. Смотрите, как его растащило, расплющило. Просто на шпагат аж сел от удивления. Ну да, когда тебе бошку снесут, еще и не такое. Вы расстроили стражу, я стражу расстроил. С него не спускать. А я здесь при чем, он сам начал? Ладно, мы с вами поищем еще один квест. Так, и еще один квест. Некто Джанго Фред. Что за предложение? Заказ? Может и так. Если ты захочешь поработать вместе со мной. Обычно я работаю один. В этот раз стоит сделать исключение. Кроме того, редко выпадает возможность поработать с самым известным охотником за головами к северу от Яруги. Самим Джанго Фредом. И зачем славному Джанго Фреду понадобился ведьмак? Я догадываюсь, что ты много путешествуешь. Не встречал ли ты где-нибудь таких братьев Гроссбор? Ты на них охотишься? Да. Порядочные гниды. Их трое. У каждого на счету изнасилование, убийство. Последний раз они даже какую-то могилу раскопали. Их легко узнать по желтым шляпам. Едва их завидев, люди в домах запираются. Что, конечно, мало помогает, эти трое и дома поджигать любят. Значит, это были братья Гроссборд. Похоже, тебе придется поискать новый заказ. Ты их уже убрал? Неплохо. Дам тебе половину награды, если скажешь, где найти их тела. Идет. Упс. Ну, в общем, делать нечего. Квестов больше нет, а, ну, я, по крайней мере, не нашел. Придется исследовать новые места в поисках новых квестов. Итак, ближайшее неизвестное место находится отсюда в 200 метров. 50 мы уже проскакали, и 50 вот-вот проскочим. Осталось всего чуть-чуть, и, возможно, там будет какое-нибудь гнездо чудовищ. Нет, здесь бандиты сидят. Еще толкайся-то. Пожалеешь, что тебя мать на свет родила. Рез и тачдаун. Что у нас здесь? Что-то раскопали, ребятки. Ну пиздец тебе. Чё? Здесь вас много. Бегут, бегут. Big bada boom, big bada boom, yeah.
молодцы. Так сюда никто не вернется больше. А так, в принципе, территория зачищена. Это бандитское логово. Так, пойдемте поищем еще что-нибудь. Я так понимаю, в море здесь недалеко есть сокровища. Здесь и здесь. Ну, вот здесь совсем близко. Можно сплавать, посмотреть, что там спрятано. Ну, наверняка ничего особенного. Контрабанда там болтается. Ну ладно, раз уж мы рядом. А беру эти бочки. Эй-эй-эй. Вот здесь как много всего-то. А шмотки-то непростые. Главное сейчас от тяжести-то всплыть, не потонуть. А то придется потом пешком по дну идти. Сейчас заценим, что мы там нашли. Местные бандиты, наверное, здесь заначку и раскидали. Или хотели собрать сброшенную контрабанду, черт его знает. Че себе цены на меч, цены-то такие аховые цены. Так. Так вот, посредственный шмот, посредственный. В принципе, уровень подходящий, но шмот посредственный. Во, перчатки. Дополнительное прикрытие. Блин, статы такие же, только защиты больше. Типа сопротивление ударам, урону, ударам. Я чудовище. И да, все то же самое, только плюс 8 брони. Так что можно их, в принципе, использовать. Эти мечи старенькие, я их никак не продам. Да. Это если продаться, то, конечно, можно нехило так денег поднять. Или материалы в себе надыбыть. Так, ну ладно, что там дальше у нас по списку? Плотва, ты пока подгребай. А дальше у нас вот эта точка. Конечно, обидно, что квестов тупо уже не отображается. Я думаю, посетил еще не все жилые здесь деревни. Но искать их тоже надо. А может быть, и не осталось их вовсе. Черт его знает. Здесь что у нас? Опять пираты, блин. Пирата, пират. Ух ты. Я бы в ужасе визжа просто разбежался. Смотрите, а болт-то я ему всандалил-то. По самой не балуйся. А там квест, кстати, дальше начинается. О, отвоевали. Для доброго честного народа. Для простого люда. А они тут обустроили себе жилье сразу. Ну здорово же. Купец, рассказывай. Ну чего? Чем порадуешь? Че у тебя там есть? Ты богатый купец? Нет, ты какой-то бомжовский купец. У тебя даже нет ничего. Совсем-совсем. Пока-пока. Прощай. У тебя даже денег-то нет. Оп. Чудо-хоп. Помогите, сударь. С удовольствием. Мой суженый пошел в лес проверить силки и не вернулся. Что-то с ним случилось. Я слышала, как он кричал, но одна туда боюсь идти. Пойду проверю, что там случилось. С
Спасибо. У меня есть деньги, я тебе заплачу. Я уже согласился, не выслушав ничего о твоих деньгах и даже не спрашивал о деньгах. Может, я просто хочу тебе помочь. Так, следы. Сожрали его волки, наверное. Да, дикие псы. Даже не отвлекается. Даже не отвлекаясь от бедного мужика. Плохие вести для этой женщины. Ее жениха загрызли дикие псы. Да, я, к сожалению, ничего мы не могли сделать. Мужик уже был не желез. Поганенько. Ты его не нашел? Нашел, но... Ничего не говори. Я по лицу твоему вижу, что... Пожалуйста, возьми деньги. Я не могу их принять. Жаль, я не привел его живым. Могу я хотя бы за телом сходить? Это опасно. Но если решишься... Он лежит возле силков. Спасибо. Прощай. Пока-пока. Да уж, обидно, досадно, но ладно. От всех бед Геральт из... Шевелись, плотва. От всех бед Геральт из Ривии. Слышали, как старик про нас сказал? Правду говорит старик. Так, дальше. Ну, мой, а здесь у нас в лесу что? Это бандиты. Это бандиты, блин, везде бандиты. О, даже плотва ему хотел сейчас лося отвесить. Может, вы просто разбежитесь и все? Каннибал! Каннибал. Я в шоке. Ребята питаются человечиной. Как так? Здесь, мне кажется, полно еды. И без того. Так, далее. Может быть, это поселение? А что здесь происходит? Еще одно нашествие каннибалов. А, каннибалы с утопцами. Чем дальше, тем интереснее. Кроваво-красный закат опять. Я думаю, помогу сейчас бедным людям. А здесь утопцы всего лишь-то. Деревня Клыки, да. Деревня оккупирована. Только бошки летят. Хереть. Смотрите, какой ужас. Какой кошмар. Они вырезали деревню. Просто шок. Такой жестокой картины я давно не видел. Жалко, видимо, сюда уже никто не вернется. К сожалению. Но я вроде всех убил. Могли бы как бы... Ух ты, разделали здесь. Да, всех женщин перебили, блин. Какой кошмар. Еще сейчас избушку снесу. Да уж. Сожгли все к такой-то матери. Кошмар. О, летающая голова.
Ну вы заметили, наверное, успели есть. Не успели, отмотайте назад. Ведьмак не перестает удивлять. Так, хорошо, а что дальше? Что можно еще здесь найти? Вот еще какое-то неизвестное место. Тоже в непосредственной близости отсюда. Опять же здесь каннибалы. Они, мне кажется, даже не пытаются что-либо сделать. Они просто умирают. Склад здесь уютненько. Так, ребята, не наглейте. Да, его же можно положить, а потом так вот взять и зарезать нахрен. Что за дрянь-то? Готов? Как-то здесь много прямо этих каннибалов. Откуда их в таком количестве? Ты еще живой? До свидания. Мать, у них тут целый лагерь. Бля, чего у них тут только нету? Кровь еще не засохла. Ну, у них здесь ребята на колах повешенные, просто повешенные. Да уж. Кровь не засохла, значит, он свеженький. Только его разделывали. Я аж слюну пустил. Захотелось человечины. Ладно, шучу я. Это подумайте еще чего-нибудь. Так, ну что, еще пару точек. Давайте вот эти две. Платвейн, ты там ужасов сейчас наглядишься, потом со мной вообще никуда не поскачешь. Где ты там есть? Какой-то растительности много, я потерялся. Да, как-то порядка здесь никакого. Сплошные беспорядки. Но опять все те же лица. Да подожди ты, да если это. О, боже мой. Можно я слезу, да? Отлично. Ты запарил, а? Просто какой-то край каннибалов. Тоже свеженький, нет? Какая прелесть, руки из ведра торчат. Охренеть, блин. Так, и последнее. Вот здесь вот. Здесь можно попытаться, в принципе, срезать. Я тебя понял. Он хочет меня догнать, я не хочу, чтобы он меня догнал. И я скрылся от него вплавь. Новая отметка, спрятанное сокровище. Кладбищенская баба 28 уровня. Это уже серьезно. Гореть будешь? Не хочет гореть. До свидания. Услышанная просьба. Читаем найденное письмо. Так, что там пишут?
Яна, прошу тебя, возвращайся, это становится все опаснее. Вокруг дрона крутятся какие-то люди, наблюдают за мной. У них оружие, я боюсь, что они откуда-то узнали о нашем тайнике. Теперь я только жду случая, чтобы нас обокрасть. Или что похуже. Я помню, что ты писал раньше, что сейчас не можешь бросить службу, что тебе задерживают жалование, что если не подождешь, то плакали твои денежки. Только что ты хочешь? Быть состоятельным вдовцом или бедным мужем? Твоя галька. Видишь, значит... Ой, спокойно. О как, о как, о как, о как. Чёртовы пчелы. Так, ну и что мы видим? Плюс 18 урона. Стальное оружие, мощь игния. Конечно, остальное все уходит в небытие. Но 18 урона — это сильный плюс. И сапожки, которые можно продать. Понятно. В общем, на этом я предлагаю закончить, и потом продолжим исследовать в дальнейшем территорию. С вами был Джейсон, канал True Money Games. Игры от настоящих маньяков. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи и пока.